Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и это видео можно считать неким ответом на видео IT-педию под названием PlayStation 5 или Xbox Series X. Ну а если быть конкретнее, то в этом видео я поправлю IT-педию в его обзоре, ну а также научу пользоваться Xbox, поскольку в некоторых моментах он просто не разобрался. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также ловите промокодик на онлайн-кинотеатр ОКО, который даст вам подписку Optimum на 35 дней за 1 рубль. Если что, промокодик сработает на всех аккаунтах, где нету подписки, и если что, ссылку на активацию я оставлю в описании. Начну, пожалуй, с того, что я посмотрел этот видеоролик от начала до конца, и, в принципе, я в большинстве случаев с ним солидарен. Ну и признаться, в этом ролике он был действительно объективен. На самом деле, очень радует, что в последнее время практически у каждого контент-мейкера стало по минимуму токсичности. И каких-то там бессмысленных срачей, байтов, ну, пока не возникает, но сегодня не об этом. Смотря его обзор, я пришел к выводу, что коренным обладателям PlayStation, ровно так же, как и коренным обладателям Xbox, очень сложно привыкнуть к новому дашборду. А именно дашборд другой платформы. Да, вы можете не поверить, но дашборд от PlayStation мне показался ровно так же непривычным и неудобным, как IT-педе показался дашборд Xbox. Вот, в принципе, сейчас будет один из фрагментов данного обзора, с чем я, наверное, немножко не согласен и, в принципе, о чем я говорил чуть ранее. Понимаете, если рассматривать интерфейс Xbox в сферическом вакууме, абстрагированном от PlayStation 5, он неплохой. Современный ли у него дизайн? Да. Красивый ли он? Да. Удобный ли он? Да. А вот красивый, удобный и современный ли он на фоне PlayStation 5? Вообще нет. Во-первых, он никак не изменился, тот, который был на Xbox старом, теперь еще и на этом. PlayStation 5 тебе только одним интерфейсом дает понимание, что это новая консоль, это Next Gen. У Xbox все вроде минималистично, но не структурировано. Начнем с того, что здесь уже на главной странице мы встречаем кучу ненужного. Рекламу Destiny 2, рекламу этого Game Pass, еще одну рекламу, притом по размеру реклама пространства занимает больше, чем игры. Он уже менее уютный и менее интуитивно понятный. В плане кастомизации в Xbox лишь недавно появилась возможность ставить анимированные темы, в то время как на PlayStation это можно было уже много лет как делать. Более того, были эксклюзивные темы с играми. Xbox-овский интерфейс постоянно создает вопросы, как это сделать, как вот это поменять, в то время как на PlayStation-овский полностью новый, но ты в нем идеально ориентируешься. Потому что он создан грамотными дизайнерами. При том, что интересно, он выглядит гораздо понятнее, минималистичнее, чем Xbox-овский, но при этом он больше по функционалу. Странная структура, где что находится, как все это настроить. Короче, тому, кто не так давно пересел на другую платформу, действительно сложно во всем этом разобраться. Кстати, в комментариях напишите, какой, по вашему мнению, дашборд удобнее, и напишите, каким вы пользовались всегда, чтобы понять, от кого исходит мнение. Поскольку если вы вдруг всегда пользуетесь дашбордом Xbox, понятное дело, что для вас он будет удобнее. Если же PlayStation, аналогично, поэтому напишите в комментариях. Просто лично я, когда копался по дашборду плойки, у меня было то же самое чувство. Я на самом деле настолько мало пользовался интерфейсом PlayStation, поскольку изначально я даже не знал, как выключить консоль. Та самая странная структура мне показалась больше из-за того, что самые главные элементы игр, приложения, они находятся где-то вверху слева, и то есть нужно как-то вглядываться. На Xbox это все посередине, то есть это для меня более удобно. Я прекрасно понимаю, что вы слушаете практически два альтернативных мнения, но поймите, это просто дело привычки. Это, знаете, наверное, то же самое, как с Android перейти на iOS и с iOS на Android. Вроде это система телефона, но к ней нужно привыкнуть. А так, в принципе, тот и тот дашборд, он неплохой, и единственное, да, у Xbox, кроме анимированных картинок, если сравнить с Xbox One, ничего нового не появилось. Ну, такой вот Next Gen. Также из его обзора я понял, что он не до конца разобрался, как записывать геймплей на Xbox Series. Все дальше во многом проблема для стримеров, обзорщиков, но это проблема, и я должен ее озвучить. Например, функция Share. Нажимая кнопку поделиться на Xbox, вы сможете записать материал или сделать скриншот, но вы не сможете записать на Xbox больше 30 секунд вашего геймплея. Более того, можно записывать только 30 последних секунд, а не нажать и записывать 30 секунд. В это же время PlayStation позволяет записывать хоть 60 минут геймплея в 4К. Также ты можешь выбирать либо 15 минут, либо 5 минут, либо 10 минут записать последних опций для сохранения существенно больше. Более того, PlayStation позволяет запустить запись тогда, когда ты хочешь. Допустим, у тебя сейчас будет важный матч Call of Duty. Ты на PlayStation можешь начать с самого начала записывать и сохранить запись в конце этого матча. На Xbox так нельзя. Помни, только 30 последних секунд. Так вот, Лех, специально для тебя, ну и для тех, кто тоже не знает, как это сделать, показываю, как это сделать. Да, ты в принципе прав, что на Xbox кнопка Share немножко урезана. Но прикол в том, что данная кнопка у Xbox сделана только для автоматизации записей. И все. На PlayStation, если вы нажмете кнопку поделиться, то у вас выскочит меню, в котором можно выбрать, что включить, что выключить, или когда вы там поддержите или там зажмете кнопку, то у вас будет скриншот или геймплей. На Xbox новая кнопка, она позволяет только быстро записать геймплей или просто сделать скриншот. Все, больше она ни на что не способна. За более обширную запись отвечает вкладка «Записать и поделиться» в меню «Гайд». И как раз там вы и можете поставить на запись больше того времени, которого он назвал. Вот, как вы видите, можно записать дольше, чем 30 секунд. Да, я понимаю, что это мало и на плойке намного больше возможностей, там даже можно, по-моему, и команду записать, и голос тусовки, но я не понимаю, почему на Xbox не дали, так скажем, такие же возможности, как на плойке. Вот реально, как бы, Next Gen на дворе, а почему запись такая? Фиг знает. Также в своем обзоре он сказал, что на Xbox нельзя записывать долгий геймплей, но это не так. На нем можно записывать долгий геймплей, но это не так доступно, как у PlayStation. И тут я опять же не понимаю, в чем проблема на Xbox было предоставить такие же возможности, как на плойке. Если вы хотите записать действительно длинный ролик, то для этого нужно использовать внешний жесткий диск. И изменить просто память сохранения ролика, а именно выбрать внешний жесткий диск. И по сути будет то же самое. Катка началась, вы можете перейти вот в эту вкладку, нажать «Начать запись» и записывать там, по-моему, около часа, если не ошибаюсь. Короче, то
то же самое, что на плойке, но немножко в другом исполнении. Да, конечно, при этом способе есть еще тупость в том, что внешний накопитель вас попросит форматнуть, поскольку почему-то не разрешено и хранить игры, и записывать видеоролики. Но возможность долгой записи все-таки есть. Опять же, я сам не понимаю, почему на Xbox Series не могли расширить данные возможности записи, но вот как-то так. А вообще, кстати, когда существовал Xbox One, насколько я помню, запись видеоролика в 720p можно было записывать до 10 минут, без всяких там внешних накопителей и так далее. Ну, то есть, все это можно удалить сразу, не выходя из игры. Короче, намного больше функционал. Можно редактировать записанные видеофайлы, либо через приложение ShareFactory, которое по стандарту установлено, можно хоть ролик записывать. У меня некоторые видосы на канале. Я через ShareFactory записывал. У Xbox такой альтернативы нет. Насчет встроенного приложения записи, тут на самом деле интересно. Во-первых, приложение все еще есть, оно называется GameDVR. Сейчас оно просто интегрировано в систему Xbox. Но кроме удаления, самой записи, там функции поделиться, а также обрезать видео, оно ни на что не способно. А вот что касаемо альтернативы приложения Factory, на Xbox было приложение Upload Studio, но оно, к сожалению, закрылось. На самом деле, она капец какие возможности давала, и при помощи этого приложения я даже делал свои первые ролики на YouTube. Данное приложение, кстати, позволяло даже делать хромакей при помощи Kinect. Но майки его забросили, поскольку они нашли кое-какую альтернативу, о которой я расскажу чуть позже. Но это мелочи, PlayStation все это сохраняет на внутреннем хранилище, которое ты можешь спокойно перекинуть на любой жесткий диск, и потом ставить компьютер перебросить на Xbox, так нельзя. Ты не сможешь перекинуть записанный геймплей на жесткий диск с Xbox, этого нельзя. Xbox может только перебросить файлы по облаку на майкрософтовский OneDrive, который тебе необходимо устанавливать только на свой компьютер со своим аккаунтом Microsoft, оно там все синхронизируется, понимаете, насколько это менее удобно. Более того, это все через интернет, он не у всех крутой. Вот тут, в принципе, опять посыл в том, что урезано, я согласен, что можно было предоставить опять же больше возможностей, но тут немножко заменяется другой функцией. Да, изначально вытащить видеоролик там на ПК можно было только через OneDrive или там, по-моему, через сторонний ресурс. Но это было только во времена Xbox One. Сейчас для того, чтобы вытащить скриншот или клип, достаточно просто скачать приложение Xbox и оттуда просто вытащить то, что тебе нужно. Ну или сразу записывать видос на внешний накопитель. После того, как записался клип, неважно там начать запись или быстрая запись клипа, он у вас перекидывается в Xbox Live. И уже оттуда ты скачиваешь там либо на комп, либо на телефон, без разницы, и просто уже там монтируешь. Просто майки посчитали, что неразумно развивать дальше приложение Upload Studio и, грубо говоря, предоставили более удобные возможности перекидывания видео на то устройство, где ты, в принципе, и будешь делать монтаж. Xbox сложнее на очень простых моментах. Допустим, тебе надо поменять громкость. Сколько кликов тебе надо сделать для этого на Xbox? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И только на 15-м клике мы можем изменить громкость, гарнитуры или колонок. Это же действие на PlayStation делается в 8 кликов. Это мелочь, но из этих мелочей складывается весь интерфейс. Он грамотнее, логичнее, интуитивно понятнее. И это, в принципе, последний фрагмент, который немного не совпадает с реальностью. Да, в принципе, он сам понял, что немного ошибся, но все же. Дело в том, что у Xbox в последнее время дашборд как раз-таки направлен на скорость. И если же на плойке тебе придется каждый раз нажимать на ту же крестовину или выбирать аналогом нужный тебе пул, меня, если честно, бесит этот капец, то у Xbox между первыми и последними вкладками ты можешь быстро переключаться при помощи кнопок RT или LT. Просто если вдруг хотите переключить тот же звук или перейти в Microsoft Store, вам достаточно нажать кнопку Guide, RT, то есть быстро переместиться в меню, и там уже немножко крестовин, так скажем, если считать реально клики, то по сути на PlayStation уходит это все намного больше. Но опять же, это все дело привычки. И в принципе на этом все, я очень надеюсь, что данный видеоролик поможет новичкам, ну а также Лехе разобраться в Xbox. Если вдруг что-то непонятно, то пишите в комментариях, я не знаю, там приходите на стримы, с радостью отвечу. Поскольку иногда реально бывает непонятно, что где находится, когда ты особенно переходишь на другую платформу. Если вдруг вам видос понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также пиши свое мнение на этот счет. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч!